Ландшафтный дизайн участка частного дома городского или загородного типа – процесс не менее трудоемкий, затратный и творческий, нежели создание интерьера жилища. Красиво оформленный просторный приусадебный участок или небольшой задний дворик, завораживающий своей оригинальностью, для того чтобы воплотить свои представления о красоте благоустройства придомовой территории, все средства хороши. Даже в рамках городского частного домовладения с небольшим клочком земли можно организовать не только привлекательный внешне, но и практичный зеленый уголок. Но чтобы вся земля была рационально использована, необходимо создать зоны участка, в которых будут произрастать различные культуры. Не говоря уже об возведении различных полезных строений вроде бани, бассейна, кладовых и других построек сельскохозяйственного назначения. Рассмотрим интересные идеи проекта зонирования участка. Понравилось видео? Поддержи лайком.